На этот раз в серии «Одна минута» мы покажем вам трюк с флоссом для изоляции Робердано. Данная методика отлично подходит для открытия цервикальных зон, особенно для фиксации Венера. Для этого одиночную петлю из флосса устанавливают вокруг зуба. С палатинальной стороны ассистент смещает флосс апикально и удерживает его с Робердамом гладилкой. В это же время стоматолог затягивает узел с вестибулярной стороны, смещая последний наиболее цервикально. Для того, чтобы создать больше ретракции, свободные концы флоссов натягиваются и привязываются к рамке Робердама. И еще один трюк. Если поместить небольшой кусочек тефлона в промежуток между флоссом и зубом, то можно получить еще больше свободного места и отличную изоляцию. Во многих случаях даже без клампов.